У нас на улице дождь, температура 15, время 10:30 утра. Жаловались, дождя нету, посмотрели на всю неделю дождь, и на следующий ливень, гроза. В общем, Саша собирается ехать на дачу, потому что клубника стала спеть, ее нужно собирать. А у нас завтрак. Кашка овсяная на молоке. Немножко воды добавляла, соль, сахар. Саша чай, а у меня кофе. Здоровайся. Доброе всем утречко. Дождливые, ну, холодные. Не все же, наверное, дождливые. Ну, почти что. Вот такой вот кофе у меня получилось. И главное, сердечко, Санек, смотри. Такое. Вот, да. Вот, а у меня сегодня в планах поставить хлеб, помыть полы, погладить белье и сварить щи. А у Саши только собрать клубничку, да, Саша? Ну да. Ну всего. Приедешь, будешь помогать. Собрать клубничку и развесить. Вот такое вот оно лето началось. Поехали к маме. Мама у меня сегодня без укола. Уже выпила таблетку, уже терпения нет. Очень сильно болит у нее. Я говорю, мам, за 3 дня это все не проживет. Девочки, кто из вас ломали ребра? Скажите, как у вас это все срасталось. Короче, заловка дала мне... Это взяла? Да, дала нам бандаж. У нее же операция была на позвоночнике, и она вот носила бандаж. Потом свекр у нас свалился с крыши, с сарая, тоже ребра ломал, тоже в этом бандаже ходил. Вот думаю, сейчас посмотрим, как может ей легче будет с этим бандажом. Сойдется, на Любке сейчас не сходится. Не сходится? Не знаю, тогда, правда, Люба была худенькая. Посмотрим. Саша съездил, клубничку набрал, распределили на 4 дома. Мамке, Кате и свекру отвезли. Сейчас вот мама позвонила, говорит, продукты нужно кое-какие купить. А мы замерзли. Посмотрите, он сидит в свитере, в джинсовке и да, бр-бр-бр, замерз. У нас вон, если кто видит, 14 градусов на улице, девчонки, 14 градусов. И я вот, видите, без рукавки сижу в теплой кофте. Кончилось лето. Оно официально началось, но неофициально кончилось. Дождь идет целый день. Санек под дождем собирал клубнику. Под дождем? Одевал, конечно, что-нибудь? Ну как?
Рабочая? Промок? Маненько. И дела у нас там встали все на даче. Хотели детей завтра пригласить. Ну куда их, холод такой? Они тем более мерзляки у нас. Нет, вот так все грязно. Нет, Саша сказал, очень грязно. Там даже нельзя. Не, ну там между грядок не походишь. Да, не походишь между грядок, ничего не сделаешь. Так, сейчас посмотрю на мамку. Намажу ей везде. А потом продукты купим. Завезем опять. Я пойду к маме, а Саша пойдет к Диме. А, ну ты за дочерью съездишь, чтобы она не мокла, да, Саша? Ну это же в 5 часов или 5 сейчас? Часов. Когда? В 5 часов. Вот у мамы вся синяя спина. Вот начинаю вот отсюда, от позвоночника, вот так вот здесь вот. Вот сейчас мазал ей индометацин. И вот здесь вот прям вот жестко, вот здесь вот. Давай, все, одевай. Принесла ей бандаж, вот Люба дала. Ложиться сможет, не сможет, чтобы одеть его. Ой, бобрая, бедолажка ты моя. Да еще какая. Все тебе не везет прям. Как только дачный сезон открылся, и не везет тебе никак. А котяра такой вообще. Котяра кусачий. Ты че кусаешься? Вообще что ненормальный? Он не прощает никому ничего. Ух ты! А ты-то чё ржёшь, сидишь? А чё? Тебе ещё важно. Чего? Как он тебя жрал всё утро? Сильно жрал. Да. Ну, он нападает, что ли? Конечно, нападает. Ну, он мамку за щёку укусил. Она его на балкон за это и вытянула. На балкон в полдня сидел. Скажи что-нибудь, Бобрая. Что сказать? Комментарии. Спасибо. Заложи комментарий. Потерла. А, спасибо, хорошо. Потерла. Я думал, ты хочешь сказать спасибо водителю, который тебя чуть не угробил. Водителю спасибо. И доброе здоровье ему, да? На долгие годы. Представляете? Сидим, печку включили. Я говорю, дожили, летом печку включили. Замерзли, руки ледяные. Я говорю, Санек, он и так весь холодный. В общем, греемся печкой. Вчера только мы включали этот кондиционер на холод, а сегодня включили на тепло. Ждем дочу. Дождь идет, надо ее подвезти до дома. Девочки, у меня готова новая куколка. Амигуруми. Вот с таким бобиком. Ботиночки. Туника. Штанишки. Такое украшение. Сваровски стразики. Беретка махеровая. Локоны у нее шикарные. Шапка съемная. Волосы на всю голову. И вот такой комплект одежды зимней. К ней же это игровая куколка, можно играть. Вот такие вот зимние ботики. Снудик. Шапка с чернобуркой, с помпошкой. Такой жакетик. И вот такая вот. И вот такое вот платьице. И вот такое платьице. На пуговичках все съемное. Можно играть. Вот такая пусть получилась. Кому интересно, обращайтесь. Продаваться будет вот в такой подарочной упаковке, коробке.
Еще здесь будет дополнительная красивая, не бумага, а как сеточка такая декоративная. В подарок.